Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам интересные факты о веймаранере. Аристократическая красота представителей этой породы выделяет их среди других лающих. Эти животные считаются одними из крупнейших европейских легавых. Речь о веймаранерах, собаках с сильным охотничьим инстинктом и очень преданным характером. Чем представители этой породы так уникальны? Давайте подробнее рассмотрим самые интересные факты об этих собаках. Веймаранеры входят в топ-10 самых быстрых пород мира. Эти собаки очень выносливые. При должной тренировке представители породы могут научиться развивать скорость до 56 км в час. Веймаранеров очень часто называют серебряными призраками. Такое прозвище закрепилось за представителями породы из-за их необычного серебристо-серого окраса, пронизывающего взгляда и умения быстро и абсолютно бесшумно преследовать добычу. Чтобы не потерять наш канал, жмите на кнопку «Подписаться». Не забывайте нажать на палец вверх, если видео вам понравилось. Это помогает нам делать видео, которые интересны именно вам. Наслаждайтесь просмотром! До сих пор между учеными нет единого мнения об истории происхождения породы. Так, к примеру, одна из теорий гласит, что впервые веймаранеры появились при дворе французского короля Людовика IX в 1254 году. Правитель привез предков, представителей этой породы, из очередного похода на восток. Другая же теория говорит о том, что прародителями этих собак были гончие святого Хуберта, которые появились в средневековье в Бельгии. Как отдельная порода, веймаранеры начали формироваться только в 19 веке. В 20 веке были выведены голубые веймаранеры. Эти собаки отличаются своим сиреневато-серым оттенком шерсти. В остальном голубые веймаранеры идентичны своим серым собратьям. Однако долгое время необычный окрас представителей породы не признавался Международной кинологической федерацией и считался мутацией. Веймаранеры отличаются чрезвычайно чутким обонянием. Благодаря такой своей особенности представители породы нередко участвуют в поисково-спасательных операциях. Во время холодной войны веймаранеры даже были выбраны для поиска осколков ракет. Веймаранеры – таинственные серебряные призраки в мире собак. Эти животные способны удивить не только своей красотой и качествами характера, но и загадочной историей происхождения. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!